Приветствую вас, уважаемые! И снова с вами сегодня наш супергерой Инспектор Пляж, то есть я. Я инспектирую пляжи, и по пути на очередной пляж я ехал через лес. И что вы думаете? Мне пришла новая, интересная, суперклассная идея, как заработать, пока я ищу свой пляж. Я решил захватить лес, и все, кто через этот лес будет проезжать, будут давать дань инспектору пляж, потому что этот лес теперь мой, и сегодня я покажу вам, что из этого выйдет. Я устроил засаду на выезде из леса, смотрите, вот прямо здесь. И сейчас мы будем тормозить всех, кто выезжает из этого леса. А пока посидим в засаде. Тихо. Опа, девушка! Ну-ка, стой. Ой! Стой. Что здравствуйте. Вы? Здравствуйте. Вот мы и поймали первую. Ты ехала через этот лес, правильно? Да. Этот лес принадлежит инспектору пляж, то есть мне. И проезд через этот лес платный. Это такие правила сегодняшнего дня. С вас 500 рублей для инспектора пляж. Я не буду ничего. Нет, платить. Вы будете платить 500 рублей. У вас есть деньги? Нет. Ну тогда 300. Мне 300, не будут еще оплатить. 300 рублей. 300 рублей, давай. Нет, дайте. По-хорошему, никуда ты не поедешь. Я вынужден применить силу, ребят. Видите? Хамка. 300 рублей. Дайте пройти. 300 рублей, дай мне. Ох, ё. Ах ты, кобыла. Ну, стоять. Сволочь. Стой. Стой. Хана тебе, хана! Ну пипец, ребята, просто я в шоке, что за хамка, что за люди такие пошли, а? Вот голыдьба-то, 300 рублей не могла отдать инспектору пляж. Это полное неуважение, но вы поняли, идея супер крутая, ловить всех, кто выезжает из леса. И нельзя нарушать правила инспектора пляж, эта девочка еще заплатит мне за это. Я ее где-нибудь настигну. Ну что, надеюсь, вам все понравилось. А я пошел сидеть в засаде и караулить следующего, кто через этот лес решится проехать. До скорых встреч, ребята. Пока-пока.